Всем привет, меня зовут Игоза, я только что приехал с города, и Даша приготовила, мои любимые бургеры. Смотрите, какие. С двойным сыром. Ой, блядь, а как его есть-то? Большой такой. Надо спросить у повара, как его есть, Даша. Аккуратно. Такой большой. Ручек открывай. Вот и у Даши два бургера. Сейчас я попробую его. Надо меня ручками держать, так оно разлезется. Я уже вижу, что он самый смачный. Ну, попробуем. Бля, надо еще рот так открыть. Рот. Это смешно выглядит со стороны. Ой, некрасиво как делаешь. Какая разница? Зачет. Нравится? Угу. Блин, конфетка. Там горчица есть? Да. Горчицу почувствовал. Ну, я чуть-чуть ложила. Вообще бомба. Ну вот как бы я уже один и приговорил. Ну, еще один есть. Вот он, красавчик мой. Я у Даши спросил, сколько сюда пошло, примерно выход какой. Она говорит, что сюда пошел всего лишь такой небольшой кусок, грамм 200 этого, как его, на 4 штуки получается. Ну, куриное филе. Я так ем, что у меня майонез или соус аж на бровях. Просто люблю такие вкусные штуки. Еще есть прикуску свежие огурки. Можно, в принципе, посчитать, сколько примерно стоит такой домашний гамбургер и сравнить его с ценой, качеством и вкусом, например, в какой-нибудь забегаловке. Но как бы со вкусом, мне кажется, что вообще как бы не сравнить вообще. Домашний это, ну вы сами понимаете. Двойной, тройной сыр, какой хочешь. Восьмерной сыр. Реально курица. Хорошая куриная такая жирная. Котлета. Соусы. И все такое прочее. Даша никогда не может открыть бутылку, когда я закрываю. Держи бутылку. Сидит, не может открыть. Классика хочет. Возвращаемся к гамбургеру. Всего здесь прям много и навалом. И вот такая булочка. Вкусная. Кунжутная. Булка. Поэтому, мне кажется, даже не стоит его оценивать. Он круче намного и вкуснее. Ну, примерно, мне кажется, так же получается. И хотя... пусть даже если он чуть дороже, мне кажется, он может быть дороже, то он все равно по вкусовым качествам намного вкуснее, правильно? Даш. Ну, не знаю, тебе же виднее. Мне не виднее, мне вкуснее. Главное, чтобы тебе нравилось. Мне нравится. Я для тебя готовила. Буду приступать ко второму. Ждет меня красавчик. Пока сидим, пьем кофе, уже гамбургеры съели. Все-таки мы решили с Дашей посчитать. Ну, интересно, сколько же получается один вот такой вот домашний гамбургер. В принципе, по цене, вот в заведении он стоит 60 рублей, да? 60 рублей. Вот, давайте в автокафе 60 рублей. Ну, и вот этот гамбургер домашний уже 70. И вот этот домашний гамбургер, он получается 60, ровно 60. Плюс-минус там эти 10 рублей, не берем счет, но качество, качество вот такое, как бы, ну, не оспаривается вообще никак. Поэтому намного круче домашняя еда и домашние гамбургеры круче. И заодно вы научитесь делать их. И будете потом удивлять своих друзей. О, смотри, какой я сделал гамбургер. Я молодец. Даже не хочет, чтобы я ее снимал. Вот. И потом вы берете... Кстати, вот эта кружка. Кружка-литрушка.
О, я еще придумал одно название крутое. Кружка-литрушка. Угу. Как кекс-пек? Кекс-пекс, кружка-литрушка. Пьете кофейцо и чувствуете себя замечтательно просто. Просто все кафе отдыхают. Вообще, рядом не стоят. Подписывайся на мой канал, ставь палец вверх, комментируй, рассылай этот видос друзьям. Пока. Носится как стрекоза, шустрая, быстрая, якоза.